Друзья, всем привет! У нас уже сегодня 28 августа, среда. Утро, проснулась, хочу кофе. Плохо спали сегодня. Соседи, собака, она гавкает всю ночь. И весь день, и все утро. В общем, она все время гавкает. Сейчас себе сделаю кофе с туркой. В турке, вернее. Я вчера уже делала, такое вкусное. Доброе утро. Ты подсела на эту турку? Да, такой вкусный кофе. Я прям вчера... какая прелесть. Наш скромный завтрак. Сейчас будем себя почивать, да? Баловать. Сейчас кофе сварится, будем завтракать. Очень прохладно на улице. По утрам всегда так хорошо. Где-то с 8 до 10. А потом начинает солнце жарить. Сегодня вообще, говорят, будет жарко. Вот. Прогноз погоды. На сегодня 33 градуса. Безоблачно. Но все равно я вижу облачка. Там вдалеке есть облака. Какие-то вон там. Наверное, твой кофе. А, уже через верх пошел? Она что бы хитро поставить? Не приемку-то жалко. Вот, смотрите, кофе. А вкусное, ароматное это что-то. Масло итальянское, моцарелла. Ну, в общем, всем, кто кушает с нами, приятного аппетита. Так, хочу вам показать наше лаго тут, где мы живем. Называется это Фериндорф называется. И Сан-Сиро. Мы его заказали от агенции Европа. Но его можно заказать. Booking.com, San Mare. В общем, везде. Я там еще сейчас мы подойдем к бассейну. Там висит доска и там все написано. Вот. Это лаго состоит из таких домиков. Есть двухэтажные, есть одноэтажные, как бунгаловс. Ну, пойдем здесь. Тут дорожки. Такой зеленый забор. Есть какие-то квартиры, которые уже выкуплены, там очень все ухожено, хорошо. Ну а которые вот такие сдаются, они осторожно. Да, вот так вот тут надо под ноги смотреть. Такая плитка тут, она гуляет, какая-то повыше, какая-то пониже, нужно запнуться. Вот такие лампочки тут. Вот эти бунгаловы одноэтажные, они выкуплены, они частные. Тут все очень хорошо, видишь? Таня, видела? Да, да. Мебель все частная. Женщина убирает всегда тут. Да. Ну вот. Да, ну конечно уже. Видать, гебраушпурен, так скажем. Но все равно здесь очень ухожено. Вот в прошлом сезоне, не позапрошлом, когда мы были с вами, намного лучше прибирали. То что-то они тоже не было вот такого, чтобы везде вот елка валялась. Все было чисто, ухожено. Даже приходили во дворах, убирались. А в этот раз ничего не делают. Вот этот бассейн. Женщина там убирает. Она каждое утро убирает бассейн. Ну вот. Вот эта доска, видите. Вот агенция Бельмары тоже можно от них. Но в целом нам нравится здесь. Квартира так себе. Но условия, в принципе. Да, очень тихо, да. И как бы там сон не так солнечно можно. Тенечки, наша квартира, в тишине. В принципе, бассейна хватает, места хватает. Так, значит, здесь у нас есть шранг, просто так не заедешь. Есть вот такие ворота.
друзья мои, смотрите, здесь есть код, кто-то написал, 3254 решетка. То есть, чтобы все время ключи не таскать с собой, не все люди замечают. Хочу вам тоже как заострить на этом внимание. Если кто-то будет здесь отдыхать, можно ключи не доставать. Например, если иду на пляж, ложу их в сумку и больше не достаю. Удобно. Или когда с собакой иду гулять, не беру ключи. Но в целом она небольшая, это Анлага. Тиволи намного больше, там намного шумнее. А здесь хорошо. Ну, единственное, что у нас квартира очень не очень попалась. Не очень. Не нравится мне. С квартирой мы не очень довольны, она у нас не в хорошем состоянии. Ну, мы стараемся не обращать на это внимания. Вот, видите. Этот код подходит для любых ворот. Это я сейчас ко вторым воротам подошла. Нажимаешь код и заходишь. Парклятся здесь. Ну, они везде здесь, в Италии. Хоть Сан-Сиро, хоть Тиволи. Везде вот такая ерунда. Очень узко. Вот люди на больших машинах приезжают, либо на бусах. Проблема. Такие еще обычные, да, машины. Небольшого размера входят без проблем, а вот джипики уже вот проблема. Да, вот Чехия, Италия, все говорят, тут только русские. Это неправда. Вот мы сейчас закрываем сезон практически, да, такой самый ходовой, последней неделе августа. Ну, есть, конечно, русскоговорящие, но что вот это утверждение, что в Бибионе только русские, это ерунда полная. Здесь разный контингент, здесь разные квартиры на любой кошелек. Есть очень богатые люди и очень хорошие отели, за которые бы деньги, конечно, я уже полетела куда-нибудь, да? Но люди приезжают, вот, просто любят Италию, не знаю. Ну, я тут душой отдыхаю, мне здесь нравится. Где-то тут недавно прочитала в одном... А, да, тоже блогер, Евгений, по-моему. Что ему там написали в комментарии? Это просто какой-то ужас. Вот для нищебродов. И кто в этой свиной яме. И что только люди не пишут. На что у них хватает фантазии. Как можно так прийти кому-то в гости, да? Накакать и уйти. Конечно, люди странные. Вот. Ну, не будем о негативном. Вот наша машина стоит, видите? И вот. Вот именно где два паркпляца, там вообще без вариантов. Две машины не запаркуете. И Ваня всегда берет с собой в Италию вот такой вот чехол. Это здесь очень-очень важно и нужно. Потому что вот здесь очень много ели, сосны, смола текет, капает ее потом. Проблематично очень убрать. Поэтому всегда берем с собой чехол на машину, если едем в Бибионы. И вот рядом соседка. Они поменяли сейчас местами. Сначала Ваня стоял вот так, теперь она вот так стоит, а Ваня стоит на паркпляце. Потому что она здесь живет, она сняла этот домик на лето и работает. Приехал на сезон работать. Поэтому она ездит на работу, и мы поменяли с ней. Вот. Танина душа не выдержала. Я не только 3 дня не видела. Она решила попуцать. Да, вот наша квартира. Да, я тут босиком хожу. Внизу у нас зал, кухня, а наверху у нас спальня и ванная комната. Давайте я вам двор еще покажу. Дом пока не могу снимать. Ваня у нас еще спит. А вот дворик могу показать. Конечно, были немножко в шоке. Такого у нас еще не было здесь никогда. Чтобы было так все убито. Все так неаккуратно. Вообще, первый раз мы в таком живем. Но мы как-то стараемся оставаться позитивными. Мы все равно здесь только ночуем. Мы даже не всегда дома кушаем. Поэтому решили на это не обращать внимания. Наслаждаемся отпуском. И об этом не думаем.
Ну вот единственное, что тут хорошо сетка вот эта, да, натянута. Кто-то, по-моему, тоже отдыхал и натянул. Видимо, кто-то отдыхал с животными. Просто протянули ее, даже не укрепили так. Как ты ее провизоришь, вот на ветке одели, видите, вот так вот протянули через ветки. Какой-то тут. И вот, просто протянули. И спасибо этому человеку, который это сделал. В общем, теперь наша собачка тут бегает. Мы сначала боялись ее отпускать, а потом я следила за ней. В общем, теперь не боимся, она ходит, никуда не убегает. Но стол мы уже тоже самый купили себе. Скатерть хоть немножко, чтобы сидеть, ну, кушать хотя бы в нормальных условиях. Таня вся не выдержала, душа поэта, пошла убираться. Нечего было метелку показывать. Вот. Так что, ребята, если кто будет снимать, вот 32-й домик не берите. Здесь очень неуютно. Все. Не то, что даже сказать. Ну да, и неуютно, если вот так, в таком состоянии заброшено. Никто не следит, не смотрит. Нет. Тут уже тоже не белели лет 20, наверное. Если не больше. Вот такие потеки на стенах. Все как есть. Ничего не приукрашиваю. А рассказываю, как есть, действительно. Что ничего не хвалю. Бибионы люблю очень. Отдыхаю здесь практически каждое лето. Мы сюда приезжаем на недельку, поэтому нет у меня тут такого, да, что я буду хвалить и с пеной у рта доказывать, что это лучшее место для отдыха. Конечно, нет. У каждого свои предпочтения. Ну вот, хочу вам показать так, как есть. Снимаю до и после. Таня делала зарядку у нас, решила прибраться. Посмотрите. Сразу по-другому все. Все, да, чистенько. Еще ну тут, конечно, ямы, тут собаки. Люди с животными вот порыли. Тут и наша уже приложилась. Ямы. У него вот весь нос забитый землей. Вот. Сразу все чистенько стало. О! Начинает солнце парить. Идем на море. Сейчас пойдем на море. Отсыхать. Купаться и нырять. Сегодня тихо. Сегодня можно хорошо купаться. Вчера были волны на море, и мы не могли так встать впереди. Побулькались. Не смогли. Я боюсь заплывать, когда волны. А сегодня можно хорошо купаться. Так, друзья, хочу вам показать закупку с чеком. Мы были сейчас в магазине. Винер. Пошли за рыбкой. Посмотрите, какая огромная. В общем, вот. Ваня мне тут все перевернул. Значит, орада 53-64 мы купили, больше 3 килограмм. И стейки я взяла красной рыбы. Вот. 15,72. Сколько тут получилось? 800 грамм. Так, вот, смотрите, какая огромная. Я даже не видела, Ваня сам покупал. Она такая огромная. Мне ее придется разрезать наполовину, потому что она вся на сковородку не войдет. Вот такая красавица. Какой-то, Ваня говорит, какой-то другой сорт. У нее такая полоска на голове желтенькая. Я еще такой не видела. Там написано «Орада». «Орада». Как в Круации. Ну, там было написано, что она с Круации, рыбка. Вот. «Орада» написано сейчас. Видите, вот тут. «Орада». Дальше купили вот такую водичку минеральную, побольше газиков, потому что здесь как-то жара, и коктейли делаем, и всякие, лимон ложу в водичку, хочется, чтобы такая была, шприцик. Вот купили булочки, нормальный хлеб, потому что, ну, чтобы с рыбкой кушать. Вот такую салями, она в Италии очень вкусная салями, я не любитель, но в Италии мне она шмекит. И вот такая ветчина. Вот и вся наша закупка. И вот чек. Отдали мы 85,24. Практически ничего не купили. Ну да, рыба. Рыба огромная, большая, нам на 2 дня хватит. Вот такая у нас закупочка. Магазина Винер. Услышала. Мы купили Эли игрушку на базаре. Yeah.
Где? Она в твой домик хочет заходить, видишь? Видела? Никаких нервов, да, значит? Любовь. Какая хорошая девочка. Видишь, она-то, наверное, тоже девочка. Ой, какая красивая. Красавица. И красотка.